Народный театральный коллектив «Твит» на сцене уже более 40 лет, но до сих пор испытывает волнение перед очередной премьерой. Я за всех своих актеров переживаю, за все в целом. И чтобы зрителям понравилось, и чтобы уселись они все хорошо. Такой ажиотаж, прям мест не хватает. Мы вот две субботы подряд будем показывать, и уже оказывается, что нужно еще показывать, потому что не хватает. Так вот любят наш театр в нашем городе. И действительно, в зале был аншлаг. Многие зрители уже долгие годы ходят на постановки видновской театральной труппы и рады снова видеть на сцене любимых актеров. Ну, я объединяю все персонажи, у меня большая роль. Хотя этот спектакль тем хорош, что вот здесь маленьких ролей ни у кого нету. Такой очень благодарный в этом плане. Ну, и я объединяю все эти персонажи, которые на сцену выходят. Я дедушка. В комедийном спектакле задействовано 5 актеров. Каждый из них добавил своих ярких красок в общую картину. Разные характеры персонажей представлены в условиях современной деревенской жизни. Любой зритель найдет в постановке что-то знакомое и близкое. Ведь пьеса рассказывает о самом главном – о любви. Любовь правит миром, правит жизнью. И вот весь этот спектакль во славу именно любви. Бескорыстный, светлый, хороший, который люди несут через всю свою жизнь. Зал одаривал актеров благодарными аплодисментами. Как и подобает комедии, с лиц зрителей не сходили улыбки. А после завершения финальной сцены участников постановки завалили цветами. Каждый раз я смотрю наш твит, просто удивляюсь, поражаюсь и восхищаюсь ими. Каждый спектакль потрясающий. А вот этот мне просто вот такой душе такой приятный, потому что сами мы, большинство мы нас из деревни все, знаем всю эту жизнь. И так они прекрасно играют, ну, необыкновенно. Очень понравился спектакль. Обязательно придем еще, если будет такая возможность. И, конечно, этот спектакль стал важным этапом в творческой жизни коллектива. Наверное, многие не знают, я-то знаю, что этот спектакль был недавно показан большой комиссии Министерства культуры Московской области, чтобы получить подтверждение звания народный коллектив. И это и удалось. И с этим я поздравляю наш коллектив. Удачи! Полную версию спектакля смотрите на нашем канале 10 и 11 февраля. Следите за программой эфира. Юлия Погосян, Дмитрий Книга, Владимир Андрианов и Сергей Ларин. Видное ТВ.